Строящаяся высотка за моей спиной по всем разрешительным документам и согласно проектно-сметной документации проходит как четырехэтажное административное здание с подземным этажом-парковкой общей площадью около 2000 квадратных метров. Но это на бумаге. По факту же мы имеем восьмиэтажное здание общей площадью уже 6000 квадратных метров. Это в самом центре города Орла, в 5 минутах ходьбы от городской администрации. О метаморфозе в мэрии Орла знают еще с осени прошлого года. Замградоначальника по строительству и архитектуре Александр Муромский тогда заявил, что никакие документы на изменение проекта не подписывались. Более того, за нарушение застройщику придется отвечать. Администрация города Орла в рамках своих полномочий обязательно об этом сообщит службе по государственному строительному надзору, которая, надеюсь, проведет более детальную проверку и сделает соответствующие выводы в рамках своих полномочий. Стройнадзор свое дело сделал. Нарушение выявил, зафиксировал и вынес предписание застройщику все устранить. А до момента устранения всех нарушений стройку остановить. Проведена проверка по данному факту. Факт подтвердился. Значит, в части увеличения параметров здания, причем надземной части, это было установлено геометрическими промерами. Но не тут-то было. Застройщик, а это неуловимый и не дающий никому комментариев некто Николаев АБ, предписание стройнадзора проигнорировал и строительство продолжил. Более того, он пытался оспорить в арбитраже предписанную ему остановку работ. Правда, неудачно. ИП «Николаев» обратился в областной арбитражный суд с заявлением о признании частично недействительным предписания управления по госстройнадзору и жилинспекции. В предписании предпринимателя указано на необходимость совершить определенные действия, направленные на устранение выявленных при проверке нарушений, а также приостановить строительство. Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований Николаева. Несмотря на все перипетии строительного конфликта, здание продолжает расти в высоту. Этажей уже 8. И вот уже городские власти обратились с иском в арбитражный суд. Администрация города была подана в арбитражный суд Орловской области исковое заявление об обязании застройщика снести самовольно возведенные части объекта административного здания по улице Полесской, а также привести его параметры в соответствие с проектной документацией и разрешением на строительство. Только вот тот самый застройщик Николаев Александр Борисович на первое заседание суда не явился. Не было его представителей. А посему его заседание, то бишь, перенесли на 27 февраля. Сейчас ясно одно. Процесс строительства прошел так называемую точку невозврата. Это когда привести объект в соответствие с первоначальным проектом уже невозможно. То ли в мэрии поздно спохватились, то ли долго оформляли гневные бумаги, но факт остается фактом. Передвигать здание и уж тем более сносить уже возведенные этажи вряд ли кто будет. Так что решение для суда, похоже, будет непростым. Случаев, подобных этому, в российской практике хватает. И большинство решений принимались в пользу сноса объектов.